Так, ну что ж, всем привет, дорогие друзья, с вами Дарриди, и мы продолжаем играть в игрушку «Смертельная гонка». Ну, в принципе, мы тут почти все уже прошли. Так, давайте посмотрим. Три уровня осталось. Предлагаю... Ух ты, работорговец. Сколько мне денег? Так, на моем корсаре давайте... Победим. Ну, это будет не так уж сложно. Ух ты, сзади еще. Сзади, спереди. С моей тачкой, я думаю, мы быстро победим. Так, ну вот и все. Так, открыто у нас какой-то двигатель, что ли, выхлопная труба. Так, ну я предлагаю с вами переиграть эту игрушку, но уже на другой тачке. Так, это у нас, значит, на максимум прокачано. Долго грузится, единственное. Ну, когда мы тачкой прокачиваем. Колеса у меня на максимум. Тут, да, тут все прокачано, но она не очень так эффективна. Так, теперь давайте купим с вами страйкера. 15 тысяч долларов. Так. Теперь страйкер наш. Так, ну его нужно будет, конечно же, прокачать. Давайте его укрепим немножко. Урон от ракет 900, урон от оружия 340 пока что. Можно так хорошо его прокачать. Давайте движок. Блин, зачем? Я же могу сразу на максимум его прокачать. Давайте сразу на максимум прокачаем наш двигатель. Ну-ка. 79, ну-ка, если я буду дальше его прокачивать. А, ну да, надо все прокачивать, чтобы он на максимум был. Ладно, давайте все прокачаем. Так, ну все, движок у нас хороший, на максимум. Так, топливный бак, давайте топливо прокачаем. Чтобы побольше было. Также, я думаю, колеса нам пригодятся. Хорошие колеса сделаем. Ну и пушку, конечно же, пушка нам тоже нужна. Пока что 340. У корсара, по-моему, 420, что ли. То есть это, может быть, даже будет помощнее корсара. Если такую пушку установим. Ну, какая еще есть у него? Нифига себе. Вот это жесть. Обалденно, это уже 3 голоса стоит. Так, ракеты. Ракеты тоже надо улучшить. Не, все-таки вот эту хочу пушку. Давайте, примерно сейчас мы как корсар будем. И сейчас мы с вами на ней прокатимся. Попробуем этого же босса победить. Как сейчас, ну, как нам будет на это удобнее, нет? Она довольно мощная. Ну все, недостаточно. Броня не такая мощная, как у корсара. Лишь бы топлива нам хватило. Но корсар все равно круче пока что. Блин, топливо не заканчивается. Возможно, мы не доедем сейчас. Если я сейчас не получу топливо, это хорошо, что они не толкают. Нет, вы сами все видели. Пока что корсар круче, ребят. Тут и спорить надо. За 3 голоса раз потратили, и все. И довольствуемся на протяжении многого времени. Так, также достижение. Давайте посмотрим, что же достижение. Так, за убийство врагов, отлично. Так, тут еще что-то. 3000 за то, что я сжег врагов. Так, и еще что-то.
Оружейник. За оружейник возьмем. За 7 звезд, отлично. Сколько много достижений-то я не забрал. Так, ну я думаю, сейчас все. Пока что все-таки корсар лучше, да? Давайте им и поиграем. Самая хорошая наша тачка. Нам, по сути, больше никто и не нужен. Так что в этой серии пока что с ним поиграем. Уже давно нет цивилизации, и военные ничем не отличаются от разбойников. Уничтожу хоть кого-то, сделаю мир хоть чуточку лучше. Давайте это сделаем. Корсар нам в помощь. И топливо у него эпичный цвет такого зеленого. Но никто не справится с корсаром. Можно чисто им побеждать. Ну, конечно, захочется ту тачку тоже до ума довести до конца. Посмотрите, как она тогда себя поведет. Так что нам желательно жизнь одну оставить. Мы два раза сейчас с корсаром поиграем. Посмотрим, сколько заработаем денег, а потом можно будет переиграть этого босса. Посмотреть, насколько будет эффективна она. Ну, корсар. Тут и говорить нечего. Хорошая тачка. Блистательная тачка. Так, отлично сделали. Много бабла получили. Так, последняя дополнительная миссия. И мы, по сути, тут все прошли. Так, поединок. Пройдите уровень. В зоне 51 меня встретили как врага. Что ж, теперь осталось только одно. Убивать, чтобы жить. Давайте посмотрим. Так, ну сейчас последний раз справимся. Я даже не вижу, кто там вылазит. Я его уже убил. Ух ты, блин. Вот это да. Обалдеть, так я даже с ним не справлюсь. Твою ж мать, мне надо топливо сливать. Валим. Я тут не справлюсь, блин. В принципе, топливо у меня еще есть, я могу сливать его. Но это реально нифига себе, это жесть какая-то. Даже корсар может не справиться тут. Сами все видите, ребят. Это эпик какой-то. Блин, у меня бензин может закончиться. Давай, гони. Отлично. Много слишком слили. Сейчас не будем пока сливать. Не, пока сливать я точно не буду. Немного осталось. Вот сейчас можно сливать. Поверху гад идет. Фух. Мы справились с этим. Твою ж мать. Ну это было реально сложно. Вы сами все видели. Блин, ну... И, мне кажется, на другой тачке невозможно это будет пройти. Ну очень сложно. По крайней мере. Причем денег-то не так уж много дали. Могли бы за это побольше дать. Так, сколько у меня бабок? 16 тысяч. Да, давайте. А, нет, не рейдеры. Сейчас посмотрим, мы с вами прокачаем. Можно вот эту уже тачку купить. Танк. Ну, танк, конечно, будет намного круче, чем корсар. 30 тысяч стоит. Ну, пока что давайте за страйкера. За страйкера поиграем. Еще одна крас жизни есть. Броню, конечно же, броню надо прокачать. Довести до ума броню. Самое главное. На максимум.
Отлично. Все, теперь структура такая же, как у Корсара у него. Так. Я думаю, мы пока что оставим вот это. А, теперь урон от оружия примерно будет такой же, как у Страйкера. Топливо, да, конечно, это топливо нам понадобится. На максимум тут. Тут ничего не скажешь. Отлично. Также, я думаю, давайте ракеты тоже купим. Ракеты нам пригодятся. 640. Нормально. Все, денег пока недостаточно. Попробуем вот на таком попробовать выиграть. Хотя вот этого босса, того-то явно мы не выиграем. Но теперь мы более приближенные к нашему Корсару. Но Корсар все равно круче. Вы сами все видите, Корсар все равно будет покруче. Топливо. Ну, уже можно побеждать. Ну, давай. Все, отлично, победили. Но намного сложнее было, нежели на Корсаре. Все-таки пока что Корсар круче, да. Ну, броня примерно одинаковая, но по плане того, что пушка у Корсара лучше пока что. Давайте урон 460. Хотя у Корсара 410 урон, но он все равно круче. Вот. Ну что ж, на этом можно завершить с вами серии. Так, ну тут мы все прошли. Там надо начало прийти, ну просто попасть хотя бы, посмотреть, что там в третьем сезоне. Вот, глава третья открылась. Тут мы не все прошли, можно будет тут пройти, когда откроется. Что у нас, кстати, тут? Не на все звезды. Третий, представьте, третий пройти на Корсаре и седьмой. Ну это потом как-нибудь пройдем. Глава третья. О, тут арена есть. Это жестоко. Да уж. На базе 51 оказались беженцы. Здесь они долго не протянут. Единственный выход достать их в рай. Доставить их в рай и организовать там поселение. Других вариантов нету. Ну все, жизни нету, ребят. В следующей части мы с вами обязательно продолжим играть в эту игрушку. Ну а пока что всем до скорого, ребят. Пока-пока.